Всем привет, с вами Сёма, это наш Маленко Плей, и хочу напомнить вам, что видео у нас выходит по расписанию. По МСК первое видео выходит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по читинскому же времени первое видео выходит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. Но теперь мы с вами продолжаем удар 30 эпизод. Короче, я начал японошмать, начал совершенно другого места, совершенно другого момента, начал вот перепутье Томпсона, но потерялась запись, просралась. И, короче, вот пришлось сейчас с этого момента. Ну ничего вообще не потеряли. Дошел до дороги до этой, собственно, все. Ничего там такого. Даже с волками не повстречался. Так что не абсолютно вот, вот ничего не потерялось. Вот абсолютно вот ничего не потерял. То есть, если этой бури сраной, которая внезапно началась, ее не было. Она началась внезапно. Думаешь, я вот так и шел? Не, ни хрена. Посмотри начало, там должен этот кусочек маленький. Вот. Я надеюсь, что в шахте тепло. Давно не сохранялся, кстати, я. Вот. Надеюсь, что в шахте тепло. Да погоди ты замерзать, мать. Ну да ладно, в смысле, волки, 4 штуки. Лучше быть начеку, само собой. Откуда бегут-то хоть? Оп, падла, вали оттуда. А, разодрано слояние одежда. Спокойно. Ну, конечно, но естественно. Но тут уже невозможно, я понял, ладно. Ну хорошо, ладно. Ну сейчас откатимся, ну чё ты? Чё ты стоишь? О, ни хрена вас тут стоит-то. Дай мне эскейп быстрее. Все, спасибо. Сразу встал, сразу набросились, падлы. Так, стоит 3 минуты назад. А, сохранялся таки, да, не заметил. Все, давай тут загрузимся, и я как-то их попытаюсь обойти, что ли. Варежки разрушили. Ну это ладно, это в той еще игре разрушили. В этой еще. Опять кто-то в волк побежал. А, я пока пивну. А, хорошо. Ну, бывает такое. Попробуем как-то их обойти, если не получится, то... Ну, не пал, придется воевать. А я не хочу воевать с ними. 4 волка. Да напали так, что я аж ничего сделать не успел. Такие, как говорится, делишки. Ну да, так бывает. Так бывает. Спасибо. Ага, пойду немножко подтуда, чтобы они как бы меня не заметили. Поломаю к херам все вот эти волковские скрипты. Да харе замерзать уже, мать. Согласен с тобой, пути странные, пути вертлявые, пути звездон какие неприятные. Ну, по-другому никак. О, да ладно. Ну, не одно, как говорится, так другое. Ну, японаш мать, а где? Чё такое? Вывих лодыжки, а боль чем лечится. Чё происходит? Ага, понятно. Так, это вот сюда... Да, на вывих лодыжки. Почему-то писта правая ступня какого-то хера. И больки на боль. Что-то глючит она стала. Так, короче, мне туда. Ой, да ладно, сейчас тут, да ладно, серьезно, не могу подняться здесь. Я куда ж ушел-то? Вот что называется, не хотел связаться с волками. Выбрал путь какой-то отвратительный.
Да зараза, ты задрал уже! Ладно, хер бы с ним, придем залечим. Да ладно! Лучше быть начеку. Само собой, подходите, уроды. Где они? О, бежит урод. О! Свалили нахер! Ой, в кут попало. Прям не обсуждается, попало. Это так и есть. Да я ж вас попала, уроды! Идите-ка вы нахер! Да задрали, а! Нож давай, вперед! Ладно, не беда. Ни хрена! Растяжение обоих запястьй, звездон, так это ж как плохо-то. Шахта там далеко? Звездон как далеко, ладно, сохранимся пока. Прикинь, что схватило, растяжение обоих запястьй. Одежду мне всю разодрали, падлы. Че, прям реально всю разодрали одежду? Ну, не всю прям, ну подрали так основательно, кстати. Ладно, сейчас в шахту придем. Сделаем и повязки, и хераски, и все прочее. Тем более, что шахта прям вот она. Да остановлю, сейчас я все сделаю, приду. Так это указатель? Ни хрена. Риск переохлаждения. Ага, вот она. Это вход в шахту. Да. Фу! Потно! С этими волками это звездец какой-то. Я тебе серьезно говорю, им абсолютно похер. В них попадаешь, они дальше продолжают тебя это, метелить. Попрощаюсь, Зарадолиц, зарешив все невыполненные задания и поручения, прежде чем исследовать шахту, вы не сможете вернуться назад. Да нормально, у меня все, собственно, выполнено. У меня все, собственно, выполнено. Так, пройдите через шахтерские туннели. Хорошо, я смотри, что делаю. Выглядит паршиво. Естественно, паршиво, а как же? Так, ткань, действие... Ой, это же не тут делать, это япона мать. Повязка, начать делать. Вот так, что-то по одной повязочке я буду хреначить. Так, потеря крови, это сразу же. А это же через инвентарь делать точечно. По одной повязке, по две повязки, внезапно. Укус волка, потеря крови. Там заражение пошло, японский бог. Что там еще есть? Риск заражения. Ох, ёшкин дрын. Растяжение запястья. Так. Давай растяжение запястья. А у меня антисептиков-то никаких нету еще. Риск растяжения. Так. Боль. Боль. А, у меня еще одно растяжение есть. Внезапно. Ты, это жопа, конечно, серьезно. Это, конечно, жопа. Ой-ой-ой, куда ты что делаешь? Дебил, что ли? Не туда. Извиняюсь. Аж кашель пробило, прикинь. Аж пробило меня в кашель. Так. Где там они? Вот они. Применить... Растяжение запястья, вот. Так, теперь больки. Применить на...
боль. Падение какое-то херовое, я не знаю, откуда оно вообще взялось. Применить боль. Так, и осталось сраный херов риск заражения. Так, или повязка из... А, погоди, так у меня же есть мох-то. Я же его видела вот здесь вот. Нормально, сейчас тогда мы мух схватим. Потому что, знаешь, это не шутки те, на самом деле. Все эти заражения, обморожения. Извиняюсь за кашу, ребятки, но болею, плюс еще офигеваю тут с лонгдарковских волков. Жопа, конечно. Это, конечно, ну, может, кто-нибудь скажет, типа, мол, там у тебя там сложность низкая, на тебя тоже нападают. На меня нападают, мол, типа, ну, кто-нибудь напишет, типа, у меня сложность огромная, на меня по 3 минуты за раз нападают. О, по минуту... Да ты что, издеваешься надо мной или чего? Ой, короче, идите-ка вы нахер, ясно вам? Я дурак, что вы сами туда вылазить. Дебилизм какой. Опять там, я столько залез, там у меня уже 3 волка меня поджидают. Как тебя вылечить-то, падла? Опа, вернулся внезапно, со всеми, со всей полной хпшкой. Без всяких обморожений, разжижений, кровотечений, заражений. И прочих уродских вещей, которые мешают проходить мне игру. Перезаписал я. Перезаписал, потому что, ну, там совсем было паршиво звездон, поэтому решил перезаписать все ен-то дело. Так, собственно, такие. Естественно, мало воздуха, естественно, шахта, естественно, звездон. Так, здесь тупик. Значит, надо было еще высморкаться, кстати. Я не могу узнать глубину. Естественно, пока я туда не буду тыхнешь, я хер узнаешь, что. Так, тупик. Ну, вариантов немного, хорошо. Вариантов тут немного. Где тупики всякие, прочие, звездец. Верстак? Нахера? Нахерастак? Мне нужен ваш верстак. Картонные спички. Нахера? Тут и так тепло. Газета. Газета? Чё это газета-то? Виноградный? Ну, возьму неплохой такой. Полтинчик есть там у этого лимонада. Еды твою, завали сейчас к херам и все. Завалит сейчас к херам. И все. О! Вот! Вот о чем я, собственно, тебя и предупреждал. О чем я говорил? Что я тебе сулил? Мышка появилась какого-то хера. Что ты тут делаешь? Так, кости не сломаны, дышать могу. Ну, естественно, еще, блин, они были сломаны. Фонарь сильно прогорел, к чертовой матери. Япона-мать! А у меня... А у меня бы тут такой сейчас полный букет, так сказать, был из болезней. А, блин, это же не так надо делать. Вот так надо делать-то. Действие. Заправить. Сейчас у меня бы сейчас был полный букет из болезней. Хавка на всю. А что это такое-то? Так, у меня, естественно, не повязок ни хрена. Я еще одну повязку, кстати, чего нет? Что там еще, кстати, есть? Такого, боль. Так, я вылечу... Я манал. Манал вылечивать всю вот эту херовину. Ну, перематывать эти сраные эти руки, ноги себе. Я ногу перемотал, чтобы не хромать. И больше ничего делать не буду. Манал я. Серьезно, манал. Thank you.
Аба-ба-ба-ба-ба. Надо было еще раз отойти. Звонки. Ой, ты что делаешь-то? Звонки. Звонки, звонки, звонки. Я смогу. Молодец, смогла. Встань, пожалуйста. Так, еще тупик. Еще тупик. Камень ушел под текстуру внезапно. Еще он один ушел под текстуру. Каньон написано. И по наш мать. Но, конечно, избегайте поражения электрическим током. Зараза, блин. Помнишь, чем заканчивался второй эпизод? Думаю, помнишь. И чем заканчивается этот? Риски провалиться. О, тупик. Жопа. Тупик. Да, придется найти другой путь. А там разве был и другой путь? Там не было ни хрена. А, был. Не понял, мать, я не заметил. Или подожди, или я отсюда пришел. А, да не мог я отсюда прийти. Сохранение не, значит, не отсюда. Да. Все нормально, хорошо. Что это за красная комната? Все, я думал, вода. Что за красная комната? А, это лифт. Похоже, отсюда можно выбраться только на этом лифте. Проверьте лифт. Давай. А все, жопа, он сломанный. Че, я проверила туннель? Лифт, туннель. Алло, все? Что нужно сделать? А, найди способ починить лифт. А, так я там видел какой-то электрощиток, спокойно. Где? Вон он. Во, видишь? Хм. Нужны, твою мать, еще что-то предохранители искать. Замените сгоревшие предохроны. Хорошечно. Так, сколько их всего? Мне просто интересно. Три! Зараза, три пред... Чего? Пока тут звонит. Три предохранителя надо, кобздец. Где у меня их найду-то только? Пошлите искать. Делать-то особо нечего. Так, а может там, кстати, повязка будет? Я тоже залечу руку. Возьму. О, возьму. Не буду. Хорошо. За это спасибо. Типа у меня их нету, да и делать я их особо не хотел. Все. Так, фонарик. Спасибо, свой имеется. Так, значит, там что-то такое лежит. О, Ирб, хорошо просто. Возьму, ладно, хер с ним. Антисептик возьму. Мне интересно, если он антисептик тухлый. Что будет, если я его возьму и применю потом? Это же звездец-то все. Как-то подниматься-то, не понял. Так, ну как-то можно подняться, вот я только не понял как. Ага. Ну, будем искать, ладно. Так, еще один. Еще один. Спокойно, дырки. Ага, так, хорошо. Не задрал уже трястись, а? Элеватор. Нахератор. О!
Твою мать. Я понял, короче, нужно тут взять спокойно. Нужно взять предохранители откуда-то. То есть здесь еще есть рабочие участки. И нужно будет взять здесь предохранители. Я понял. Болторез? Ты, блядь, ты охерел? Где я тебя найду? Болторез-то здесь. Болторез! Так, пока мы с вами не нашли ни единого живого. А вот, спокойно, живой предохранитель вижу. Как мне к тебе забраться? А, подтуда. О, все понял, хорошо. Какие же здесь муторные-замуторные пути? Это же звездец. Ты можешь встать тоже? Встань, пожалуйста. Спасибо. Да, хорошо, нормальный предохранитель, допустим. Обесточил все к херам, спокойно. Енту брать не буду. Так, теперь я, по идее, могу ходить по воде. А что он еще показывает на электризованный? Ой, от греха подальше я не буду этого делать. Так, один предохрос есть. Давай, думаю, сразу же мы несколько с вами насобираем. Так, пошли сюда, теперь сходим. Болторез, хорошо. Неплохо прямо. Говно? Есть, так, в смысле ожоги? Да ладно! Ну, как вы лечитесь? Я же обесточил все. Два обезболивающих. Все. Ожоги лечатся. Ага. И чё? Так, спокойно. Почему отнимается... Ну, хорошо, я вот так тогда сделаю, допустим. Я сделаю тогда вот так. Ну, типа... Ничего абсолютно я не потерял. Хорошо, что я тут не спрыгнул, кстати. Это очень хорошо. Так, болтореза у меня нету. Болтореза у меня нету. Хорошо, сейчас заберем. Не суть важно. Это очень хорошо, что я иду. Я вижу, что она наэлектризована, как бы еще вода-то. Так, болта, болторез. Бери. А, болторез бери. Ну и получается, пошли в эту сторону. Я на самом деле, я вообще не знаю, куда я иду. Ну то есть просто вот иду, вот, куда выберу, как говорится. Так, а мы здесь еще с вами, по-моему, не были. Либо эти все пути ведут в одну сторону, просто по нескольку... По нескольку путей, все. Несколькими путями имею в виду. Это нормальный? Нормальный, кстати. Так, я как понимаю, третий находится там, где нужно применить болторез. Хорошо. Сменный предохрос. Ты погоди, не надо мне вяленую твою говядину тупую. Нормальная она? Залежалая. Чё тебе такое плохое здесь? За кашель прошу прощения. Хранилище. Так, ну и куда теперь? Так, тупичок. Тупичок. А, по идее, я могу вот тут, я могу пройти по воде уже. Как сюда вылезти-то? Да? Да, могу, но тут будет риск переохлаждения, я понял. Кстати, вот это надо было обязательно сделать, потому что вот здесь есть, собственно,
предохранитель, который мне надо сменить. Во. Вот, так, теперь ищем. Как ты тут что-то делаешь-то? Так, все. И получается, теперь остался Джей. Да, один из трех. Все хорошо. Теперь осталось еще два. А, теперь осталось еще два. Так. И теперь нам нужно сходить туда, где у нас лежит болторез. Ой, где нужно применить болторез. Только ты помнишь, куда это? Я нет. Ага, так, спокойствие. Это... Так, часом тебе напоминаю, это у нас... Да. Это куда нужно тоже вставить. Два из трех. Естественно, почините лифт. Естественно, почините лифт два из трех. Так. Теперь пойдемте к болторезу. Так. Ты помнишь, как туда идти-то хотя бы? Так, а вот ты помнишь, как туда идти? А, вот так. Вот так же, разве нет? Нахрена тогда я спустился-то? По какой хер я вот именно спустился-то? Вот в какую сторону? В ту или в ту? В эту вроде шел. В эту ли нет, говорю, не быстро? Так, туда пойти... Ну да! Да-да-да, элеватор. Все, элеватор написано, хорошо. Ой, ладно. То куда мне его впендюривать? А, ага, все вспомнил. Хорошо, там еще есть дальше. Чуть-чуть пройти, и там он будет. Ну да. Ну, типа, тогда зачем была нужна эта комната, если там ничего за ней нету? Я на дурачка все это делал. Я серьезно тебе говорю, пути эти дебильные абсолютно. Я не понимаю. Зажги мне обратно, пожалуйста, фонарь. Что ты делаешь-то? Вот. Ну, логично, что-то должно быть. Ну, конечно. Рюкзак. Морской фальшфайер. Запомнил название, прикинь. Так, отрубил тут электричество к херам. Я не буду ходить по воде. Я не знаю, как это работает, на самом деле. О, банк персиков, факел не буду брать. Говорили, что, кстати, он мне понадобится. Возможно, как раз таки вы имели в виду про... Что я вам ползу, какая-то хрень. Возможно, вы как раз таки имели в виду, что мне понадобится именно вот в этой части, где я должен буду ходить по вот этой шахте. Возможно, как раз таки вы это и имели в виду. Да. Но, наверное, вы... Я не буду говорить, что кто-то там невнимательно серии там смотрел. Но вы, наверное, видать, не заметили, те, кто говорит, что у меня топлива для фонаря полно. Потому что я, в принципе, во-первых, не так пользовался часто, а во-вторых, собирался топливо, которое есть, потому что я знал, что фонарь — это вещь нужная. И просто так-то ей не пренебрежишь. Пренебрегешь и так далее. Ну, ты понимаешь. Так. Ага. Обо что? Ты дурочка или где? Обо что ты обожглась? Объясни мне. Ты уклюкнутая. На всю свою башку, а? Обо что-то я там 20 раз проходил. Это бёрнинг, это бёрнинг. Дура, блядь. 25 раз проходил. Да я ж тебя вылечил. Или он... А, он уже не лечится сразу, я понял. Хотя, как он... С какой скоростью оно лечится вообще? Все, последний этот клапан. Ой, какой нахер клапан? Иди нахрен, а! Вот и все. Надеюсь, они работают? А, предохранители. Используются ли? Да ты же слышал, тебя брр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 рr.
это херня, конечно, жесткая. Это дебилизм, дебилизм. Когда я проходил там 27 раз, пока шарахался за этими чертовыми предохранителями, все было нормально. Нет, сейчас под конец поддосрать надо мне обязательно. Типа, на тебе, Сёма, дорогой мой, на! Еще раз тебе ожог схвачу. Да так, что его потом вылечишь, хер. Ой, я не могу над этим эпизодом. Да это, на своей криворукостью. Как я там проходил 27 раз? Чё он вдруг так волшебно... А, я же предохранил. Да нет, не включал я ничего. Ну, либо они так, что ли, расходуют, типа, энергию свою вырабатывают. На вот, даже на такие участки. Тут совсем жопа, конечно. Ох, выход. Наконец-то. Ну, конечно, тут я тоже бы порадовался выходу. После всего того дебилизма, который тут прошел, я бы был рад... Блин, даже дырки топлива до фонаря возьму. Даже лучшая кожа этой самой. Даже дырки в стене был бы рад. Пролез бы по херам. Горючее, горючее, горючее. Так. Ну, собственно, все. Вот он выход. Это что? Это перевернутая рожа. Ну что ж, поехали. Погоди, я этот потушу. А, вот так даже, хорошо. Ну ладно. Воу, касатки! Что за черт она сказала? Я субтитры. Касатки, корабль. Алло, верни субтитры. Где субтитры? Ах, лё. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Maybe she's warning us of what's to come. Где субтитры? People like Molly or Father Tom. Ну хорошо, ты можешь просто послушать музыку и голос как бы. Все. Где субтитры? Типа я вот это перевел. Типа что сделать с ними новый мир? Что там сделать или убьет нахер? Сломай. But what I do know is this. Маккензи is alive. Так, Маккензи жив, она это знает. И он идет в эти в мельницы какие-то. Неоступные. Может, типа, рано или поздно, что-то типа такого она сказала. Не смогу что-то там с Дарком сделать. Я ни хера не понял. Где субтитры мои? В смысле сезон 1? Вот так сделаю. Сезон 1 какой-то, хорошо. Наверное, вы хотите... Ну, может, кто-то не хочет. Я на самом деле бы хотел услышать, как бы, понравился ли мне этот эпизод или нет. Кланяюсь к варианту, что нет. Херобура, вообще херня. Не вообще, то есть, ну, там были, вот, в начале самые, были вот более-менее, вроде, что-то давало какую-то надежду, что будет эпизод такой же хороший. Потом, когда нашли задание с припасами... С тасканием выживших, с брождением, с немыслимыми нападениями волков. Тогда начала звездом. Ходьба отвратительная. Постановочки с волками наскучили. Они просто стали уже бесявыми. Что еще? Задание с выжившими, дебилизм.
тащишь их, тащишь. Волки налетают, налетают. Скучно, непонятно вообще. Задание с припасами, вообще хрень. Зачем вы включили в эту игру такое это задание, в этот эпизод? Зачем это было сделано? Это просто растянуло и без того уже на тот момент растянутый эпизод, который, собственно, мне не понравился. Тут я могу сказать, что там в тех эпизодах тоже была ходьба, но там она была чем-то обусловлена. Но тут, конечно, тоже она обусловлена. Но тут она обусловлена чем? Неинтересным сюжетом, возможными встречами с волками, новыми заданиями. Там сюжет был интересный. Но, возможно, кто-то скажет, что просто ты до этого прошел залпом два эпизода, тебе это уже просто наскучило. Но я не знаю, на самом деле, вряд ли. Меня хватило всего уже на два эпизода, потом меня просто уже задолбало. Нифига подобного, на самом деле, я так думаю. Просто скучный, отвратительный эпизод, который поначалу мне на самом деле нравился, а потом уже скатился в тартарары и фиг его кто уже оттуда вытащит. Не знаю, мне не понравилось. Не знаю, как вам, а мне прям вообще, вот, то есть, даже после того, как после этих заданий с выжившими, с припасами, думаю, ну ладно. Но потом вообще так наскучило с этой ходьбой, с этой стрельбой бессмысленной, с Молли дурой. Единственное, кто здесь нормальный был, это отец Томас, все. Но это, знаешь, это тоже как бы был, то есть, чтобы тут просто сходить к нему, там сказать, все, я сделала, все, дала припасы выживших, все. В общем, мне не понравилось. Вот. Три слова. Мне не понравилось. Не знаю, как вам. Пишите, собственно, в комментариях. А пока всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайк, пишите комментарии, если в Лондарке, когда будет четвертый эпизод. Я надеюсь, что он будет. Надеюсь, что он будет намного лучше. Еще есть испытания какие-то. Вот. Пописали мне про них в комментариях, что типа, давай попробуем испытания. Я не знаю, собственно, посмотрим, в общем. Если я решу посмотреть на эти сраные испытания, то же просто может повыживать, кстати, подвиги какие-то. Ну, собственно, вот, все. Либо ждем следующую серию по испытаниям, либо четвертый эпизод. Всем до встречи, всем пока!